К другим новостям. В поселке Новое Атлашево Чебоксарского района завершается строительство 12-квартирного жилого дома, в котором будут жить дети-сироты. Строить его начали 3 месяца назад, а уже в конце июня можно будет справлять новоселье. Подробности в сюжете. Этот дом будет одноподъездным и двухэтажным. Еще в конце 80-х здесь начали забивать сваи, а потом бросили. И с тех пор участок пустовал. Теперь здесь будет новая улица. Всего в Чебоксарском районе 128 детей-сирот. Средства на строительство выделяются из республиканского бюджета. В этом доме жилье получат 12 детей. К концу июля месяца дом должен быть завершен строительством. Далее в определенном порядке будет заключение контрактов и предоставление жилья. Всего же в 2014 году новоселье предстоит 18 детям. 6 ждут квартиры в Кшаушах. Но там строительство идет медленнее. Глава администрации района пообещал, что к концу года жилье будет построено. Также в конце года новоселье будет и у жильцов этого 9-этажного дома в поселке Кугеси. 4 семьи смогут переехать из аварийного жилья в цивилизованное. 77 семей всего в этом году надо переселить по программе переселения из ветхоаварийного жилья. В Кугеси это 32 семьи и 45 семей в Ишлее будет строиться. Всего на переселение в районе будет потрачено 35 миллионов рублей. Это средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского и местного бюджетов. Глава Чувашии обратил внимание на необходимость благоустройства территории сразу, как только будут сданы квартиры, чтобы жители, переселяясь, не испытывали неудобств. Татьяна Молокова, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов. Республика.